Экономический спад, связанный с распространением вируса COVID-19, также оказывает негативное влияние и на венспилские предприятия. Были предварительно подсчитаны возможные потери. У больницы, несмотря на обещания Министерства здравоохранения, просчитанные потери будут 200 тысяч. У поликлиники немного, всего 15 тысяч. У Венспилсилтумс минус 400 тысяч, а у Удыки 130 тысяч евро. Наибольшие убытки, по прогнозам, будут у Венспилсрейс, поскольку люди в данный момент воздерживаются от использования общественного транспорта для того, чтобы максимально сохранить дистанцию и избежать возможности заражения COVID-19. Городская дума Венспилсрейсу увеличила дотации до 200 тысяч, хотя запланирована была сумма 65 тысяч. Баланс между расходами и доходами у них составит примерно 400 тысяч. И в конечном итоге у Венспилсрейса будут самые большие потери среди городских предприятий. Это 600 тысяч евро. На данный момент чрезвычайное положение в Латвии продлено до 12 мая. По прогнозам Айвара Лембергса, мы вернемся к нашей привычной нормальной жизни где-то в июне.